А в центре нашей столицы прошел молодежный флешмоб, посвященный Дню Герба и Флага Тверской области. Репортаж с места событий. В красном щите на золотом двухступенчатом подножии такого же цвета. Трон без подлокотников с высокой спинкой. На сиденье на зеленой с золотыми украшениями и кистями подушки шапка мономаха. Именно так выглядит герб Тверской области. По задумке организаторов флешмоба, на полотне нужно было изобразить герб Верхневолжья. Задача не из простых. Ребятам предстояла очень кропотливая работа. Причем это все делают точно, четко. В непогоду, одев дождевики, подростки вооружились краской и специальными кистями. Конечно, и хорошее настроение не забыли. Только с таким подходом надо приступать к работе. Хотите присоединиться к нашему флешмобу? А вот и инициатор молодежного флешмоба. По мнению молодого человека, мероприятия такого формата помогут ребятам в интересной форме познакомиться с историей, запомнить, как выглядит герб Верхневолжья. Это очень важно, потому что история дает развиваться дальше, потому что, как мы знаем, без истории нет будущего. У ребят ушло несколько часов на работу, и вот герб Тверской области украсил улицу Трехсвятская.